Так, у нас здесь патроны с пули Лимон в 12 калибре на порохе Ирбис 35. Капсюль СИГС-2000, гильза шедит. Собственно, порох 1,8 грамма. На порохе стоит пыш-контейнер главпатрон, высоту не помню. Высоту не помню, и надо будет посмотреть. У нас этих пыжей целый ящик лежит. Как-то мы их вот тратим на всякие такие непонятные патроны, как эти в частности. Ну и порохом тоже таким мало пользуемся, но сейчас складывается ситуация, что импортный почти отсутствует, либо стал стоить дороже в разы. То есть вот тот же Драгс, который мы любим использовать, он раньше стоил, по-моему, до 1000 за банку. Там рублей 4800 был или около того. Сейчас он либо на заказ, непонятно за сколько, либо лежит в наличии уже за 1600. По-моему, вчера вот я смотрел в интернете, и если было наличие, натыкался на такие ценники. То есть стоимость растет. И поэтому растет и мотивация применять другие порохи, которые пока что еще подешевле. Сейчас мы постреляем этими патронами из помпы на расстояние 33 метра. Так, заняла более-менее удобную позу. Есть проблемы со снегом. Но что делать, зима? Его приходится в отсутствии более удобных приспособ использовать такую треногу. Тренога, к сожалению, перемещается по нетвердой поверхности. Поэтому условия каждого выстрела отличаются. Но с другой стороны, идеальных условий не бывает на воздухе. Так, первая партия, все, пойдем. Глянем, что там получилось. Как отдача? Ну, отдача, мягко говоря, не критичная. Один раз это почувствовал, такое отдаленно неприятное, но это я мог сидеть просто. Наверное, вложился, не очень удобно. Да. Так, ну результат неплохой. Да, такой результат имеем на 35 метров. Я бы назвал его, в принципе, хорошим, учитывая, что патрон собирался без вложений каких-либо серьезных дорогих комплектующих, с которыми, кстати, получается сейчас и хуже, чем вот это вот. Прицел у меня пристрелен пулями Ширинского-Шахматова по центру, тяжелыми. Как видно, куда стрелял, туда и прилетели в данном случае. То есть целился я точно в центр. Вот такой результат, он неплохой. Сейчас достреляем остатки для закрепления, скажем так. Посмотрим. Так, на позиции второй стрелок. Сейчас он ставит свой наушник, а то очень боится звона в ушах.
Поправь ножку, да, вот эту. Так, посмотрим, что получилось. Я издалека не увидел новых отверстий вдали от старых появляющихся. Вот у нас валяется пыш-контейнер. Состояние его трудно назвать хорошим. Значит, разорвало его весь. Да, донце обтюраторное отлетело вообще куда-то. Две из четырех ножек, видимо, остались вместе с донцем. Две остались на стаканчике. Ну, в принципе, эти пыш-контейнеры никогда не славились большой прочностью. Вот этот, например. Этот целый полностью. Ага, ну вот этот есть целый, а вот этот есть с оторванными лепестками. В общем, раз на раз не приходится. Но в целом они что-то затеряют в процессе. А те же патроны были? Патроны были те же, да. Патроны были те же, но вот твоя вкладка дала другой результат. Вот смотри, если я попадал все сюда, то ты попал все сюда. То есть вот, пожалуйста, наглядное значение того, свое ружье или чужое, и как оно пристрелено, чьими руками. Вот так вот. В целом же можно констатировать, что патроны отработали неплохо. Осталось только вспомнить, есть ли еще на складе порох такой. Все здесь уничтожено, разумеется. Пули закопали в снег. Не вижу на поверхности ни одной лежащей. Но по практике они сильных повреждений не имеют при попадании в мерзлую землю. Вот тут вот парафиновый наполнитель нашелся. А сами пули все где-то там.